Друзья, всем привет! Мы находимся на ярмарке, город Кропоткин. Улица Речная, 6, видели? Вот такие вот розелы рубиновые здесь присутствуют сегодня. Это розелла рубиновая. Привет, Яшка. Яшка. Это Яшка, он местный пес. Яшка. Ребят, смотрите, какие неразлучники. Почем сейчас неразлучники? 800? Да, желтые. Зеленые 800, желтые 1000. Сейчас желтых посмотрим. Вот они, красавчики, желтенькие. Такие вот молоденькие кокарики. 2500. Здесь вот под пленочкой зебровые, нет, это рисовые амадины. Красивый оттенок, они голубоватые, сизые. Пленка немножко скрадывает цвет. Цена 800 рублей. Хотите купить? Зебровые амадины 300 рублей. Девочки бледненькие, а мальчики с рисунком. Вот эти оранжевые щечки, это самцы. Температура у нас сейчас за бортом примерно плюс 7. А вот кокарики, видите, когда они с теплого помещения, то они вот так надуваются. Сейчас солнышко пригреет, они будут нормально выглядеть. А если кокарик живет в холодном помещении, то он такой реакции нет, когда попадает на мороз. Ну, не на мороз, а на холод. Такие вот малыши. Вот перед нами попугай-квакер или монах. Цена такого удовольствия? Сколько стоит эта птичка? Это, друзья, синяя птица, 12 тысяч. Очень хорошо приручается, хорошо разговаривает. Одним словом, птица контактная, хорошо подходит для домашнего питомства. Уважаемые зрители, приобретайте своим детям попугайчика как альтернатива разных гаджетов, от которых дети только становятся хуже. От гаджетов, от попугаев дети становятся лучше. Здесь розелла пестрая, самец и самочка. Самец снизу, самочка, видите, вверх забралась. Цена 5000. Перед нами сейчас японская мадинка. Цена 250. Вот такие дела. Самец-самка отличается только по песне. А визуально по окрасу различий клетки нету. Клетки разные. Продавец подсказывает, разные клетки. В синей клетке мальчики. И наоборот. А вот с такой блестящей девочки. Джунгарские хомячки по 100 рублей. Друзья, это перед нами певчий попугай. 2500 цена, это самец. А вот сейчас его прикрыл розелла, красный самец. Это неразлучник Фишер. Неразлучники банановые, они же розовощекие и желтые. Друзья, зебровая амадина от холода жмурится. Вот, друзья, пожалуйста, рубиновые попугайчики и ихняя хозяйка. Как тебя зовут? Лера. Вот, пожалуйста, видите, ребенок занимается попугаями. Прошу брать с нее пример. Тебе нравятся попугайчики? Вот так вот. А кормишь сама или вместе с папой? С папой. Ну, это умница. Все, спасибо. Ой-ой-ой, пошли. Сегодня в багажничке алабайчики сидят, такие вот мишки. Не говорю, да. Мы возьмем. Надо блоклетки взять. Ребят, нашел старинный артефакт. Цена 20 рублей. Сейчас мы посмотрим, что это. А сейчас, если на наши деньги перевести, 1000 рублей. Кто занимается домашним виноделием, ребята, это настоящий ручной пресс. Сюда ставится ведро или виноград накладывается и таким образом давится. Вот, пожалуйста.
Александрийский попугай. Фотография стоит. Зеленый Александрий по 30. Пенант красный 10. По 80 рублей. Снова большой ассортимент неразлучников. Сегодня неразлучников очень много. Еще бы неразлучники желтые. А вот сейчас в кормушке завтракает. Это розела желтощелкая. Редкая на выставке бывает. Желтощелка или розела Стэнли. Цена 5000. Отвернулась. Здравствуйте, почем ваши карелы? Здорово, да ты уже приходил. А, я уже приходил. Так это же было в том месяце, а в этом месяце. А, в том месяце. В каком? Последний день, кстати, октября. Да, все. 2500. Спасибо. Пойдем дальше. Почем дашь? Почем дашь? Ну, по 2500 дам. Друзья, через месяц где-то будут, наверное, чижики. Чижи никому не надо. Не обязательно ездить в Австралию. Австралия сама приехала к нам. Смотрите, какие много их. Вот он. Австралийский волнистый попугайчик. Хорошо приручается, разговаривает. О чем волнает? И стишки, и скороговорки может говорить, повторять. Имитировать, правильно будет сказать. Сильно молоденькие, да? Там можно просто делать.